Здравствуйте. 7 ноября, 16 лунный день. Садись у горы, элементы земли, стики и железа. День для достойного руководителя Хано и Нтайши. Благоприятное восправление шибы прошлого, вдохновление на положительные поступки, посвящение. Также судебное разбирательство в жестких делах. Размышления, медитации, начитывать мантры, приближать друзей, работы с деревом. Ребенок, родившийся в этот день, будет храбрым, аккуратным по отношению к отцу, будет проявлять уважение, жестким нравом. День неблагоприятен. Продажи, ставить ребенка на ноги, передвигать войска, а также операции иглоукалывания неблагоприятен. Благоприятен для людей, родившихся в год, собаки, тигры. Неблагоприятен годам, зайцы, курицы, мыши. И в Илгинском цепчун дуване хорал саганубган, мани дуване закрытие реверита с 5 часов утра, чудуване ямандага. Будьте сильными.